В этом видео я покажу несколько способов заморозки зелени на примере укропа и петрушки. Зелень можно заморозить просто в нарезанном виде, в виде кубиков с водой. Они отлично подойдут для заправки первых или вторых блюд. А также кубики зелени с маслом. Их можно использовать для заправки отварного картофеля, любого гарнира. Они идеально подойдут к запеченной рыбе или жареному мясу. Замороженная зелень – это очень полезная заготовка. Для начала любую выбранную для заморозки зелень необходимо тщательно вымыть под проточной холодной водой. Далее расстелить чистое кухонное полотенце, выложить мытую зелень, промокнуть от капель воды и оставить сохнуть. Далее нужно отрезать лишние стебли и мелко нарезать листья зелени. Переложить зелень в чистый полиэтиленовый пакет. Можно сделать даже смесь укропа и петрушки в одном пакете. Завязать пакет с зеленью. Приложить этикетку с указанием продукта и срока годности. И плотно упаковать в еще один пакет, так как зелень очень ароматная и ее запах может распространяться на другие продукты. Отправить заготовку в морозильную камеру на длительное хранение. Для второго способа заморозки промытую и нарезанную зелень сложить в сито или дуршлаг. В этот раз я решила сделать смесь укропа и петрушки. Обдать зелень кипятком несколько секунд и дать воде стечь. Под воздействием кипятка листья станут мягкими, их объем уменьшится в 3-4 раза, и их легко получится уложить в формочки для заморозки кубиков льда. В каждую ячейку нужно налить воду так, чтобы она полностью покрывала зелень. Поставить форму в морозильную камеру на 3-4 часа при температуре минус 18 градусов. Когда вода с зеленью хорошо замерзнет, кубики можно извлечь из формы, поддев их ножом или сильно ударив об доску или столешницу. Замороженные кубики зелени сложить в пакет, плотно завязать. Потом приложить этикетку с указанием продукта и срока годности и плотно упаковать в еще один пакет. Отправить в морозильную камеру на длительное хранение. Для третьего способа заморозки вымытую, просушенную и нарезанную зелень сложить в глубокую миску и добавить мягкое сливочное масло. Тщательно перемешать. Разложить массу в ячейки для заморозки кубиков льда. Поставить форму в морозильную камеру на 3-4 часа при температуре минус 18 градусов. После того, как кубики полностью замерзнут, их нужно достать из формы и сложить в пакет для хранения. Приложить этикетку и снова упаковать в еще один пакет. Замороженную зелень со сливочным маслом убрать в морозильную камеру на хранение.